Всем привет, и сегодня я бы хотел показать вам вот такую вот замечательную инди-игру под названием Кокс. Когс. Это игра головоломка. Ну, здесь об этой игре особо нечего говорить. Я покажу вам геймплей. Пару испытаний покажу. Я игру уже начал немножечко проходить. Ну, конечно, головоломка и есть головоломка. Так, давайте покажу вам самый первый и самый легкий уровень. Так, играть. Так, игра состоит в том, чтобы довести энергию до вот этого вот шестигранника. Как его можно еще назвать? Присутствуют несколько как бы режимов. Есть газ, есть... Так. Есть газ, есть вот такой вот режим. Сейчас я покажу вам газ. Трубы. Играть. С трубами намного тяжелее. Пока что вот, вот такие вот уровни. Точнее, головоломки. Потом все сложнее и сложнее. Так, что же будет здесь нам придумать? Там, нам нужен вот этот вот вниз. Ходы, время, все считается, все записывается, как бы, как рекорды. Так, здесь нам нужно... Эта игра чем-то напоминает детскую... игру с цифрами, если у кого была такая, то, точнее, не игра, это не сколько игра, а сколько реальность. Так, все я собрал, газ дошел по трубам. Также здесь присутствуют музыкальные, вот видите, типа нужно собрать музыку. Но это самые легкие. Дальше все сложнее и сложнее. Так, игра также у меня присутствует в Стиме. Она куплена. Все, мелодия собрана. В чем проблема? В чем проблема, чуваки? Так, я не понимаю, что тут нужно сделать? Может быть, как бы удлинить время? Прокрутки. Ну, при... Как? Ну, этот уровень я прошел, вроде как бы. Может, одновременно надо, чтобы зазвучало. Сейчас попробуем что-нибудь еще. Так. Может быть, именно... Надо сделать, чтобы только золотая играла. Так. Головоломочка, как же я люблю головоломки, а? Что же может быть? Все, я уже здесь везде проиграл. Ну да ладно, наверное, уже все поняли, в чем, что это за игра, о чем она. Сюжета здесь особо нету.
Давайте я покажу самое тяжелое. Ну, не самое тяжелое. То, на чем я остановился. Это вот вот это. Так. Как видите, здесь много труб. Сейчас я покажу вам еще. Хотя это не такая уж и сложная, кажется. Так, здесь же двухсторонние еще были. Есть двухсторонние, есть кубы, которые надо по всем бокам собрать. И еще надо, например, одну сторону, потом вторую, потом третью, потом четвертую. То есть по кругу идет сила. Так, тишина. Вот велосипедик, например. Вот, 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 видите? Вот здесь вот газ. Газ запускает вот эти вентили. Вентиль, по вентилькам. Здесь проходит. Потом вот, вот здесь вот. Как бы хардкор, чуваки, хардкор. Ну, спасибо, что смотрели этот смотр этой инди-игры. Всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, играйте в хорошие игры.